Приветствую, ребята. Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Омега Страйк. В прошлой серии мы победили полковника. Да, полковника. Чё я меня забыл, конечно. И да, в прошлой серии мы также спасли медведя. А именно дорога Голди. И к тому же. Кажется, нам придется пройти через все круги ада. Потому что, ну не, вы увидите. Вы видите. Уга! Это зашибись какой-то. Вы что? Это знаете что? Хэнк, мочим. Ай! Ты чё не сменил? Да извини, не было времени. Да пофигу. Нам главное не умереть от кого-то. Вот же ж срань. Еда. Ты чё, блин, ради еды готов на всё? Не, ну ты серьёзно. А чё? Ты даже не сменив никакого героя, ты сразу пошёл. Эй. Эй, я не заметил. А! О, господи. Как она меня напугала. Серьезно? Мы это и так уже почти близко. А тебя напугала как какая-то мелкая бездарь? Вот что по-настоящему нас пугало, когда мы туда впервые пришли. А именно непробиваемые пока что стены. Ты хоть понимаешь, на какие жертвы ты идешь? Не! Ах ты, тварь. И опять через все круги ада? Капец. А какая ж тебя, мадам? Я вас ненавижу. Вот так тебе, лягушка. То есть мог туда забраться все это время. Похода на то. Хэн, ты как-то странно разговариваешь. Да ё-моё, треки всратый меня что-то колол. И я вот так вот разговариваю. Серьезно? Это случайно не шутка, а то я знаю, что ты любишь подшутить надо мной. Нет, это не шутка. И, кстати, дальность его повысь. Чего? А ты случайно меня борсил, Стикман без лица ты мой? Вообще-то тебя уже с лицом. Какого хрен?
Ах, в предыдущий раз я тут просрал. Эй, ты, колючик, дерись как мужик. Короче, знаете что? Жопу это... Кстати, а как там с едой? С едой ни хрена, потому что ты все сожрал, пока мы к полковнику доходили. Но я же не знал, что это будет долгая дорога. И поздравляю! Но зато ты не сожрешь всю еду, потому что ты ее и так как давно уже сожрал. Ну ё-моё! Что такое? Нам еще долго добираться. Да забей, всего-то пару комнат осталось. Точнее всего комната. Да короче, пофигу. Быстрее. Я говорю, будет очень долго. Хоть это правда. Реально долго. Хотя нет. Опа! А вот и они. Ну шо, Калачик? Привет, дружище! Большое спасибо, что спасли мистера Калачика. Я нашла эту карту, когда вблизи лагеря доктора Меги. Надеюсь, она вам пригодится. Новая локация открыта! Свалка! Нифига себе! Мы теперь можем полезть на свалку. Это пипец, ребята. Это полный пипец. Наконец-то у нас есть шансы. Это полная нашаталова. Ну что ж, готовим. Готовим свои кулачки. И приготавливаемся. Приготавливаемся к этому большому событию. Зато мы отыскали карту свалки. Это еще лучше. Это пипец. Чё-то бег как-то. Какая же с тебя мадам. Да ё-моё.
сколько-то вас. Реально, их там сколько? Так, отлично, сожрали. Это снимаю, гад. Давай. Отлично. Давайте-ка же, ребята, поглядим на эту свалку. Тем более, это еще не последняя локация. Нифига себе, куда это мы попали. Так, ну это пока что еще не неизведанное нам место. Тут тоже эти всратые лазеры из базальтовых шахт. Да, они могут нас уничтожить в любой момент. Господи, что это было? О, намного прокачаннее. Теперь он пуляет еще больше стороны. И опять они, те, которые наверху. Да, неожиданно. О, сейчас я его уничтожу. Стопы. Не делай. Кого я обманываю? Он же все равно это сделает. Погнали дальше. Мутант. Отлично. Блин. Нифига себе, мы его нашли. И это все было ради кубика. Ну да. Возвращаемся. Ладно, пофигу, возвращаемся. Пока нас не съели. Ну что ж, ребята, мы с Хэнком тут. Да, тут прилетели мы, конечно. Купили улучшение на медведя. А именно дальность атаки. А дальше просто купили, что нам нужно. То есть, как это может еще улучшить наши жизни. Потому что мы недавно собрали еще одно сердечко. Давай. Все, теперь мы готовы для свалки. Которая тоже достаточно очень сложная. Вот, теперь придется лезть по другой стороне. Потому что все, что мы нашли там, это только жизнь. Блин, а это только наносит по 2 урона к урончику. Так, это уже какой-то бульдозер. Не зря я дальность увеличивал. Вот же ж. Твою ж. Твою ж. Да, ребята, скоро будут реакции. Да, снова, вы так ждали. На этот раз по 22 серии 21 сезона Симпсонов. Потому что там сюжет просто космос. Да вы издеваетесь.
Почему-то только сержант может залезать на эти уступы. А, да, мы уже все это время уделяли. Так, прячемся. Куда? Надеюсь, следующее улучшение будет как раз-таки для нашего медведуса. Так. О. Да, Хэнк? Ну, наверное, да. Эх, залезть невозможно. Ё-моё! 3 короны я не хочу получать. Это пипец. Нифига себе, это что было? Угу. Испытание на... Это еще что? Только не надо. Так. Эта свалка вообще пипец какой-то. И вообще, где ты? Точнее, где ты? Я не знаю, Боб, я не знаю. О, господи! Ё-моё! Это такое? И да, я еще за кадром закупился пиром для живота. О, харе. Ну это просто хорош бабыч. Давай, хуя. Уга! Здорово! Отлично, подкрепились. Еще. Мое почтение. Как мне хочется с вами наблюдать. И что? Кто это сказал? Пока вы до меня добираетесь, я расскажу. Я шестерка, Боб. Кто это вообще? Не знаю, Боб, но он кажется выглядит подозрительным. Его голос как обкуренный. Совершенно правы, я псих, помешанный на Барте Симпсоне. Он не испортил жизнь.
Так. Бать. Чё? Я видос снимаю. Так, пипец. Все бан. О, господи. Тут практически надо на медведя. А тут на дескер. На тут на декстре. Так, пипец. Это уже ни в какие рамки. Надо срочно найти этого шестерку Боба. Он реально за нами наблюдает. Так это получается из-за него тут свалка кишит. Нет, это из-за доктора Меги. А как шестерка тут появился, мы совсем не знаем. А! Это что такое было? Кажись, это не для нашего навыка. Серьезно? Тут нужен навык Дэша, как из Метроида. Стоп, откуда ты это знаешь? Ну, это же плагиат на Метроидванию. В принципе, логично. Это еще что? О, господи! Я видел такие машины, когда в последний раз эти пещеры пережил. Так, зашибись. Да, чуть не забыл. Эти мутанты тоже не были построены мной. Одним сумасшедшим ученым. Да мы уже поняли, шестерка ты сратая. Как ты смеешь, я безумный псих. Психованный псих из всех. Серьезно. Но вы еще так же меня можете называть Сайджелом. Мне это тоже очень нравится. Точно такое же прозвище. Серьезно. Тебе еще надо Сайджел Бомбом, Боба называть? Нет, шестерка, тебя так не будут называть. Ты серьезно? Тогда я тебя убью. Пофигу. Я все равно морская губка бессмертия на 100%. А кто сказал, что это обычные пули? Что? Это пули с сиропом. Ты, блядь, где его раздобыл? Если ты не будешь задавать много вопросов, я тебя не выстрелю. Я не выстрелю, но если так и дальше будет, то придется применить сироп в действие. Ладно, сумасшедший ты манипулятор. Боб, мне это не нравится. Такое чувство, что мы к нему в логово забираемся. Ах да, логово тут свалки. Поэтому не говорите то, что тут грязно. Хотя это и есть одна сплошная свалка. Вам придется добираться очень долго. Блин, а. Он будто вынуждает тратить пир живота. Сумасшедший хрень. Там моя лага. Боб, мне кажется, что это какой-то обман. Да перестань, Хэнк. Ты слишком доверчивый для такого доброго персонажа. Ну, это правда. Чего?
Нет. Тут нету никакой подставы. Но все же надо быть начеку. Неизвестно, что может вылезти. Моя лагерь, как вы знаете, очень сильно наворот. Да заткнись ты! Стоп! Сохранение. Да, если что, если вы умрете, то вы можете воспользоваться им. Ах, как я люблю это наслаждение, когда все умирают. Особенно семейка Симпсонов и Барт, который мне испортил жизнь. Почему он испортил тебе жизнь? Этого я не могу тебе сказать, Боб. Что? Откуда он знает твое имя? Ох, Энд, не сознавайся. Что? Ты откуда и меня еще знаешь? Об этом я тоже не могу рассказать, потому что это будет мой маленький секрет. Ну точно, псих поехавший. Кстати, Омегу... Омегу также трики. Чего? Ты откуда знал его имя? Неважно, потому что... А где ты? Обнаружена неизвестная субстанция... Инициализирую... Протокол ликвидации мусора. А я тут. Чего? Тебя кто за язык тянул туда залезть? А это не важно. Главное, что мы потанцуем, как старые добрые. Что? Господи! Принимаем! Меня никто не отвлечет от моей мести, которую вы мне тоже причинили. Мы только первый раз знакомы, ты что совсем? Ты задолбал. Да ты, господи. Уга! О, господи! Если что, я вам поставил чекпоинт. Вы можете возродиться когда угодно. Хотя, чё-то я о вас. Пора вам умереть. Ха! Что? Как вы вернулись? Это нечестно. Ваша тактика сдохнуть. Если вы еще дальше подойдете ко мне, я поверну лазер еще дальше. Не повернешь, Сайджел. Это серьезно? Не надо. Черт, он нас убил. Теперь опять придется добираться до его логова. Еще эта машина как-то называлась, утилизатор. Ну что ли он его где-то подобрал? Если что, я вас слышу. И да, ты был прав, Боб. Я его подобрал. Заткнись. Мы тебя все равно уничтожим. Вот, чтобы это ни стоило.
Ах, вы же понимаете, что это невозможно. А ловушки находятся везде и где угодно. Я, как Сайджел Боб, не позволю вам жить. Я хочу, чтобы вы все страдали. Ты серьезно, Сайджел? А что, мне кто-то испортил жизнь. Так что не расслабляйтесь. Лазеры. Серьезно, первый, что ты собирался пустить, это лазеры? Ох ты ж! А-ха-ха. Кто говорил, что я не буду жульничать? Заставляет нас все же это сделать. Ах, боюсь. Я вас так сильно боюсь. Ты, блин, притворяешься, а? Террористы мы. Ага. Вы обижали моих друзей, которых я завел, пока я был там, в этой свалке. Хотя что это я себе, да вас. Пора вас убить. Ведь я не зря туда пришел. Хотя я могу это оттуда и выпрыгнуть. Стоп, что? Как вы это делаете? Я вас в первый раз убил. Прощай, Сайджел. Нет, нечестно. Есть. Опа. Да ладно, это на медведя. Но у меня взрывной заряд. Управляй медведем, удерживай вниз и нажмите умение. Ага, то есть D, значит. Ох, господи, это наконец-то случилось. Хоть вы меня победили, это еще не конец, друзья мои. В другом облике я вас еще и встречу. Опа! Неплохо. А, то есть нам надо с обратной стороны возвращаться? Чё, совсем? Кажется, Сайджел не усмотрел способ своего оружия. А хотя... Что? Ты еще поставил секретку? Да, для таких золотолюбов, как вы. Встретимся в следующем трое за сумки. И помните, ваша тактика — сдохнуть. Зато мы добыли кое-что для медведя. Ну и наконец-то, потому что я уже не могу. То хочется тоже проверить несколько мест, которые нам не были доступны из-за этого приема. Серьезно, только сейчас? Ты серьезно? Я шучу. Похоже, придется нам опять проходить этот длинный путь. Ничего, ребята, для вас. Мы все же найдем одно место. Которое, да, будет намного сложнее. Нам же надо еще и дальше разблокировать каким-то боком. Зато мы сразились с Сайджел Бобом. В первый раз.
А, да, есть еще на один урон. Так что также нельзя расслабляться. Ведь есть по три урона. По четыре. Чё-то ты нам раньше не сказал. Просто не было времени. Ладно, увидимся позже, сосунки. Реально помните, ваша тактика сдохнуть как можно скорее. Тушите свет. Серьезно, этот псих еще пытается с нами каким-то... Чё это было? Мы провалились. А, да. Осторожен. На конвейеры. Ты раньше не мог сказать? Вы сами как-то их обходили, замечали. Сейчас не заметили, как тупые. Ну, тебя отвлеклись. А ты чёрт. Да, эти машины моих рук дело. Я работал вместе с Омегой. А точнее, старики решил тоже это сделать. Стоп, кажется, проболтался. Да какая тут разница, я все равно работал ради денег. Стоп, что? Кажись, все злодеи, которых мы знаем, работают на трики ради денег. Понимаем, один из наших друзей тоже заработал на трики. Правда, не ради продовольствия, а ради денег. Печалька, печалька. Если бы я не был бы таким, я бы лучше бы свалил бы урок. Кстати, почему ты комментируешь? Да мне просто нравится с вами разговаривать. Тем более мои новые друзья пришли туда. Кстати, вы знаете моего бывшего сокамерника? Не-не-не, даже не надо спрашивать. А если честно? Нет, не знаем. И знать не хотим. Наверное, такой же безумец, как ты. Нет. Хоть мы и похожи внешним видом и голосом. Но мы все же не одинаковые. Как он это в смысле? В том, что по характеру мы не схожи. Он добрый, а я псих. Я больной, а он здоров. Чем? Я не понимаю. Кстати, вот вам чекпоинт, если вы захотели. Серьезно, мы их даже не замечали. Я их очень хорошо спрятал. Нет, его не изменить. Я думал, вы уже умрете, и все, ваша тактика сдохнет совершенно. Но нет, чтобы вы не умирали специально. Ты думаешь, мы специально умираем ради веселья? Ну да. Я поставил специальные чекпоинты. Они, кстати, тоже моих рук дело. Нет, ты серьезно? Я думал, ваша тактика сдохнет, но... Это было очень хардкорней. Поэтому я поставил эти чекпоинты, чтобы вам не умереть. Ох, я такой хороший. Хороший настолько, что даже готов убить Барта и всю семью. За все, что они мне сделали. Ты серьезно? Это не по-дружески. Кстати, чё я комментирую? Надо мне уже удаляться. Пока. Встретимся в следующий раз. Что это было? Не знаю, но кажись, у нас появился новый враг.
Уга. Уга, уга. Так. Ну, теперь мы можем достать этот сундук. Ты что, серьезно? Эти лазеры могут нас расщепить. Наверняка тоже Сайджел подготовил, потому что он говорил, что все его технологии по его вине. Ну и по вине некоторых шахтеров, как мы знаем. Пока не дать. Что? Опять он сговорил. Ты хоть понимаешь, Сайджел, что нам на тебя насрать? Твоим ножичком, Хэнк, лучше жопу подотрёт, чем тебя слушать. И вы тоже за нас спрятаны, правда, рандомные места. Ох, не понимаю, что это означает, но мне нравится. Ты шо, серьезно? Ты не понимаешь, что означает рандом, а ты это говоришь? Да, просто нравится. Нравится и будет мне нравиться. Кстати, вы можете съесть. Вот это вызовет большое последствие. Да, бля! Давай. О, господи. Что у вас, админа? Заткнись. Кстати, я не хуже Фреда из гаража трясливого пса. Меня бы вместо него. Хотя, вот, пофигу. Как он любит разговаривать. Прям уж слишком. Ай, блин. ХП нету. Ах, кто-то сейчас просрет. Так и начал свое приключение. Да нет! Да что это такое? Да твою же мать! С ума сойти! Как он меня достал? Ты чё, блин, собираешься на пролом идти? Ты хоть понимаешь, чем это закончится? Нет, Сайджел меня достал. Я буду идти на пролом. Так зашибенно.
Отлично! Еду нам пока что везет. Мы так знали. Кажись, проверим все эти места за медведя в следующей серии, потому что мы эту серию, блин, будем заниматься тем, что будем просто добираться. Почему нам на едочку снова не везет? Тут в прошлый раз и продули. На одном из испытаний Сэджла Боба. Так, берем аптечку для следующих битв. Ну все, мы добрались. Ну и наконец-то просто. Давайте-ка в изумрудный лес, пожалуй. А вот оно. Реально там будет самая жопа. Серьезно? Это только было ради аптечки. Реально. Ничего, одно место дает попотеть. А какое, вы узнаете в следующем видео, ребят.
пока что все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А пока я буду нафиг. Дамблет. Прикуплю новые навыки. Ты серьезно, у нас даже на навыки не хватает. Давай-ка лучше купим что-то у повара. Ты серьезно, мы опять потратили все на пир живота? Да брось. Ладно. Ну, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы смотреть наши новые видео. Мои новые видео первыми. Всем пока!